Компактная аккумуляторная пила для хозяйственных нужд. Сегодня на распаковке электропила Deca DK-CHS-26. Инструмент поставляется в фирменном кейсе в разобранном виде. В комплекте с ним зарядное устройство, два аккумулятора, отвертка, гаечный ключ, напильник и пользовательская документация. Пила имеет компактный корпус из оранжево-желтого пластика. В верхней части устанавливается шина с цепью и защитой в виде пластикового кожуха. Вес устройства чуть меньше 1,5 кг. Длина шины 15 см. Достаточно для распила толстых сучков или небольших досок. На пильной цепи располагается 36 зубьев, шагом 6,4 мм. Натяжение цепи регулируется без использования инструментов. Рукоятка здесь удобная, с нескользящими накладками. На ее внутренней части вы найдете стартовый курок, а рядом – клавишу блокировки. В основании рукоятки – слайдерное крепление для аккумулятора. В комплекте их сразу два, каждый на 2 ампер-часа. Время работы одного аккумулятора – 30 минут. На зарядку понадобится 3 часа. Подытожим. Это компактное устройство с эргономичной конструкцией и сразу двумя аккумуляторами для непрерывной работы. Подойдет для работы на даче. Например, обрезки ветвей в саду и распилки небольших досок.